Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня у нас с вами вот такой шестигранник и ажурное пальто, которое сейчас вы видите на экране. Шестигранник у нас вяжется очень просто, но его можно применить не только для пальто, а любых других изделий, какие вы себе можете придумать. Да? То есть это может быть и какая-то кардиган, это может быть и платье в конце концов. Вопрос только подбора ниток. У меня сейчас шерстяная нитка. Вы же можете это попробовать и на какой-то хлопковой нити. Единственное, что хочу сказать, вот мой образец немножко фолдит. Думаю, за счет того, что вот здесь у меня связан попкорн из 5 столбиков. Я сейчас свяжу из 4, и мы посмотрим, насколько это так или нет. Прост, соединяется, мы с вами посмотрим и соединение. То есть, пожалуйста, кому нравится, присоединяйтесь, сейчас свяжем. Вязать мы с вами начнем с первой воздушной петли и 7 еще петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замыкаем в колечко соединительной петлей. И теперь в это колечко мы с вами свяжем столбики с одним накидом. Для начала 3 петли подъема. 1, 2, 3, накид. И вот в это колечко мы с вами вяжем 17 столбиков. То есть с 3 петлями подъема должно быть 18. Столбики с одним накидом, я думаю, вязать могут все. 18 столбиков есть, и соединительной петлей мы соединяемся с 3 петлей подъема. Следующий ряд. 1, 2, 3. Это у нас столбик и еще 2 петли. 1, 2. Итого их 5. И в рядом стоящий столбик мы с вами вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушных петли накид. В рядом стоящий столбик. Столбик с одним накидом. То есть те же самые 18 столбиков, только между ними по 2 воздушных петли. С вами связали второй ряд. У нас опять-таки 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 воздушных петли. И мы в 3 петлю подъема закрываем этот ряд. Вот у нас с вами получилось такое вот колечко. Мы теперь с вами или столбиком без накида, или соединителем переходим в арку, вяжем 3 воздушных петли, накид, и еще я вяжу 3 столбика. 1, 2 и 3. То есть в итоге у нас с вами 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 3 петлю подъема я захожу, захватываю свою рабочую петлю и протягиваю ее с тыльной стороны и закрепляю. 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и в следующую арку мы тоже с вами провязываем 5 петель, 4 столбика, прошу прощения, 4 столбика, 2, 3 и 4. Мы с вами вяжем столбик, который называется попкорн. Зашли в вершинку первого, захватили рабочую петлю, подтянули и провязали с тыльной стороны. Закрепились. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В следующей арке мы провязываем точно такой же столбик. То есть все арки у нас провязываются одинаково. Видите, во всех арочках мы с вами вяжем эти столбики. Так, мы с вами связали все наши столбики попкорн. И последние 5 петель вяжем вот каким образом. 1, 2, 3, накид. И в вершинку нашего столбика зашли и провязали столбик с одним накидом. 4, 5. Вот мы как бы с вами в центре. Теперь я вяжу 1, 2, 3, накид. В арку, идущую по ходу движения, вяжу 2 столбика с одним накидом. 1 столбик и 2 столбик и 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5, накид, и в эту же арочку еще 2 столбика.
1 и 2. Это у нас с вами получился уголок. Теперь 1, 2, 3. Под арку столбик без накида. Теперь мы с вами вяжем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку столбик без накида. Получается у нас вот угол, а вот эта сторона. И теперь мы переходим на следующий угол. 1, 2, 3, накид и под арку столбики. Один столбик, второй столбик, угловая арка 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид. И в эту же арку довязываем с вами столбики угла. Я думаю, вы поняли, да? Вот, угол, 3, 5, 3. То есть сейчас у нас с вами 3 петли, 1, 2, 3, соединились, и 5, 1, 2, 3, 4, 5. И далее переходим на следующий угол. Последний ряд нашего шестигранника мы с вами соединяемся. Итак, давайте соединим с вами наши мотивы. Мы начали вязать с вами угол, вот 2 столбика. Я теперь должна связать 5 петель. 1, 2, 3. 3 петли есть. И мы с вами ищем наш мотив. Можем найти третью петлю, зайти в нее. Можно прямо под арку и провязать еще 2 столбика. 2 воздушных петли. Накид. И еще вот мы вяжем с вами 2 столбика. 1 и 2. Со вторым столбиком мы должны соединиться с этим мотивом. Как мы это делаем? Я поворачиваю изделие наизнанку, делаю накид и захожу вот во второй столбик ответного мотива. Соединилась. Поворачиваем с вами вязание. И вот у нас соединение. Теперь 1, 2, 3 под арку. Теперь опять 1, 2, 3. Опять-таки мы с вами должны, вот у нас арочка из 5 петель, можем в третью петлю зайти, протянуть третью, 2 воздушных петли и закрыться столбиком без накида под арку. Далее 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Накид под арку. 1 столбик и 2 столбик. Даже нет, мы с вами провязали 1 столбик. Теперь повернули вязание. И вот должны соединиться теперь столбиком с одним накидом. Вот со столбиком ответного мотива. Теперь опять на лицевую сторону. И заканчиваем нами с вами вязать вот второй столбик. Теперь 3 воздушных петли под арку. Еще 2. И вот еще 2 столбика. И сейчас посмотрим, что у нас. Если у нас есть еще мотивы, значит, мы соединяемся здесь еще и с третьим мотивом одновременно, да? То есть тогда у нас будет соединяться вот с этим, и вот с этим столбиком будем соединяться с третьим. Далее 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Опускаемся на арку и продолжаем обвязку. Вот у нас произошло соединение наших мотивов. То есть все равно, как вы видите, есть небольшое, вот, может быть, хотя на пальто этого не видно. Может быть, после стирки, влажной обработки, нужно обработать и посмотреть, будет ли вот у нас фолдить. Но в любом случае у нас с вами, видите, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 углов. И мы с вами соединяем вот в такую красивую ажурное полотно. Пальто, конечно, смотрится красиво. Думаю, вам понравилась идея.
Пожалуй, все, что я хотела вам сегодня показать, рассказать. Да, еще один момент. У нас в нашем пальто есть не полностью связанное, да, есть три угла, есть два угла. То есть вы поняли, мы провязываем не все и поворотным вязанием вяжем наш мотив. То есть вязали столько, сколько нам надо уголков. Есть схема, она будет в группе, вы всегда сможете посмотреть и сориентироваться, как вам лучше связать. На этом моменте я хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.